Так, ну что, всем привет. Начнем. Это уже здесь. Начнем потихоньку. Установили все эти буры. Шнек. Да, сейчас шнек установили. Сейчас примерно прицелились. Думаю, что все получится. Все там видно, куда нам надо попасть? Да. Попал кадр. Единственное, что я думаю, что сделал неправильно, что именно с этой штукой приварил ее длинной. Надо было коротенько приварить, чтобы ее менять. А теперь чуть-чуть неудобно. Короче, сейчас накручиваем. Сделали немножко наклончика. Ох ты, резьбу забил грязью. Накручиваем этот шнек сюда. Ой, шнек, говорю, удлинитель. Вот так вот он накручивается. Зря прицелился, рано прицелился. Все, сейчас накручиваем его. Вот так. Накрутили. Теперь снова надо целиться. Вот. Вот так примерно, да? Включил розетку, да? А земля сырая. Слепляем перфоратор. Ну что, первые сантиметры. Посмотри на без долблёжки. Yes. Ну идет хорошо. Короче, что-то Макита у нас не пошла, но не потому, что она плохая, а потому, что она уже старая, и там уже шестеренки, видимо. Нет, она срабатывает, как на трещотку. Достали свой новый, который нам отправляли, перетечевский. Воняет Китаем, вообще ужас. Прям воняет. Вонь, китайская вонь. Ну, короче, мы его еще даже не включали. Хоть раз включали его? Да, ну, нет, не даже не пользованного. Ни разу. Не заюзанный. Как Макита. Я даже его, по-моему, не включал, не примерял. Сейчас посмотрим, что пойдет. Как он пойдет. Просто глупость я сделал, что под перфоратор сделал. Надо было шестигранник поставить. И все, чтобы под обычный грех. Так, здесь. Пробуй. Ладно, отключай пока. Так, в процессе бурения пришли переделки. Во-первых, стали засверливать и вставлять стопора, чтобы она не прокручивалась насквозь. Потому что забурились мы где-то примерно метра на полтора. Пошли кирпичи. И мы сделали вот такой оголовочек еще. И пробиваем сейчас кувалдой. Сейчас покажу вам, что мы делали. Вон, идет как по маслу. Один держит, второй долбит.
Так, Сергуня, подожди, надо провернуть маленько. Где они эти? Вот с рубциночкой проворачиваем. Так, приловчились. Вот такой вот с рубцинкой немножко проворачиваем. Вы не думайте, что я просто так стою. Это просто подснять же надо вам, показать. Вот так, проворачиваем ее немножко. Провернули. И теперь бьем ее дальше. Сейчас уже забились примерно, это там 3 метра. Вот это четвертый метр. Вот, идет прям как по маслу. Видите? С каждым ударом мы все ближе к удаче. Главное теперь попасть, выйти там, где нам надо. Все, Сергуля, давай провернем. Сделали. Сейчас уже сделали вот такой вот конус. Здесь была наварена. Я вам покажу чуть позже. Сейчас неохота идти за ней. Старое кованое литье. Да, это когда-то мы откопали где-то. Причем здесь же где-то и откопали. Какой-то наконечник. Такое ощущение, что от какого-то, не знаю, копья или чего. Багор. Ну, может, или багор какой-то. И теперь вот пробиваем им, потому что упираемся, видите, там в кирпичи. Всякие. Этот. Ладно, будем делать дальше, позже покажу. И все объясню, весь процесс, как, если у нас все получится. Опа. Начинали мы бурить вот с этого бура. Им прошли, уперлись в камни. Здесь я показывал, было навалено сверло, его отломило. Сделали вот такую вот чашу. Ей прошли еще метра полтора, опять уперлись, ее стало загибать, уперлись. Она вот здесь вот так вот была. Сейчас я развернусь поудобнее. Она была вот здесь вот так приварена. Шло хорошо, вообще прям только раз она как в масле. Но уперлись в шлак какой-то, гравий. Ее срезали. И вот тогда уже поставили вот этот наконечник. И сейчас им пробиваем. И будем ставить снова. Куда я ее дел? А, ну вон тот бур. И им просверлим заново, чтобы расширить. И будет четенько, думаю. Вот оно. Идет как в масло. Этот электромотобурильщик. Все, пробились однозначно. Сергуня, что, пойдем посмотрим? Сергуня, ты рад? Так, момент истины. Давай, Сергуня! Долби! Долби! Говорю! Вот она. Попали. Хорошо. Давай еще маленько. Все, вот он. Вышел. Момент истины. Хо-хоу. Ты, мужик, ты что там лазишь? Без кислорода нет ни хрена. Запашок. Мне не хватает воздуха-то. Но воздуха нету там. Я залез, аж вот все. Чуть-чуть вот это надо отдолбить. Вот его надо попробовать проэтовать, как его. Чуть-чуть, видишь, если бы буром дошли, вообще бы было песня. А здесь 50 не войдет. Мы его не пропихнем. Как мы удачно сделали ту морковочку, вон она, которая вылезла. Да. Вот она прям морковка выскочила. Но 50 мы не пропихнем.
Это называется «Царь Кощей над златом чахнет». А ничего, 30 тысяч. 2 часа работы. 3. С переделкой. Сколько я денег заработал? Не делись. Счастье. Ты заработал только сколиоз. Так, тот, который конусом у нас был, мы его вытащили. Смотри, потом одели, загнул. Который с буром. Все загнуло. Скажем так, это была одноразовая вещь. Но фокусируйся, вот. Свою функцию она полностью выполнила. Все продрали, все ништяк. Запихиваем сейчас 50-ю трубу. И все. Все, пропихали трубу ПНД. В ней будет еще 25-я, это 40-я. В нее еще 25-я войдет. Протянули ее, тросом протягивали. Вручную никак не смогли. Купили тоненький тросик. Зацепили за этого крокодила и протянули. Все. Вот на этом теперь точно окончание водопроводной системы.